Эффективная презентация риэлторской услуги. Коллеги, приветствую вас. С вами Максим Амеленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Предлагаю вам посмотреть фрагмент вебинара об эффективной презентации риэлторской услуги. Полную версию вы найдете по ссылке, которая представлена под этим видео. И кроме этой, под этим видео находится ссылка на запись в предварительный список для участия в мастер-группе, которая называется «Эффективная презентация продажи риэлторской услуги от А до Я». Смотрите видео, переходите по ссылкам и до встречи. Очень важный блок, который мы не разобрали. Конкурентная борьба. Кто не знает английский или плохо знает английский, я сам плохо знаю английский. Перевод такой. У каждого человека есть планы до того времени, пока он не получит по голове. Другими словами, мы можем подготовить идеальную презентацию. Но наша компания проигрывает борьбу конкурентам. Конкуренты делают то же, но быстрее, дешевле, качественней. У них репутация лучше и что-то еще. То есть мы можем разбиться, готовя презентацию, шлифовать ее, все. Но если мы проигрываем в конкурентной борьбе, если мы проиграли в позиционировании, специализации, то есть если клиент воспринимает нас, ну, скажем так, не так, как нашего основного конкурента, то, к сожалению, мало что поможет. Поэтому очень важный вопрос, на который я... Ну, мы все-таки говорим про продажу, в первую очередь, продажа, которая ведет к сделке, ведет к договору, это все-таки личная встреча, да, бывают, я покажу несколько примеров онлайн-трансляции, да, потому что есть вещи, почему я вот не тороплюсь, вот дайте какой-то конкретный шаблон, потому что, ну да, ну, если вот открутить назад, то да, слово face, пока он не получит в лицо, ну, такой я скачал перевод, значит... Так вот, в отдельных случаях я допускаю, что может быть эффективная скайп-презентация. Если человек живет в другом городе, если человек не может приехать, вы работаете с иногородними. У нас есть несколько хороших примеров видеопрезентации, когда наш сотрудник записывает видео про квартиры, про объекты, о том, как их купить, отправляет, и человек все говорит, все, я готов брать квартиру, подтверждаю, я хочу с вами работать, все. Поэтому здесь, естественно, нужно подходить комплексно к этому вопросу и не, вот, не быть зашоренным. Итак, если мы посмотрим, а кто вообще может быть наш конкурент? Вот какие есть версии? Кто наш конкурент? Поставьте, пожалуйста. То есть я хотел бы не конкретную компанию, а... Вообще, с кем риэлтор может конкурировать? Вот, может быть, не совсем удачный вопрос сформулировал, но вообще, давайте, кто наши конкуренты? Кто сейчас конкурент риэлтору и агентства недвижимости? Угу. Хорошо. По большому счету, да. Если мы сейчас следующий слайд перелистнем, то когда мы готовим отстройку от конкурентов, то мы должны в первую очередь посмотреть, как мы отстраиваемся от лидера рынка. Потому что в каждом городе есть лидирующая компания. Мы не вступаем на поле, которое лидер захватил. Не пытаемся ли мы лоб в лоб штурмовать конкурента, не пытаемся ли мы... значит, войти на поле соперника и проиграть ему. Еще раз, одну секунду, я отвлекусь. Буквально одну секунду, и мы... Да, еще раз, я прошу прощения, у нас, вот видите, какая техническая поломка, да. Значит, первое, это лидер рынка. Лидер рынка, он... Скажем так, мы обязаны просто нашу презентацию строить с учетом компании, которая занимает лидирующую позицию. Ну, мы не можем заявлять те преимущества, которые есть у лидера, потому что мы, если мы не являемся лидирующей компанией. Ну, если кто смотрел вебинар, у нас есть вебинар, называется «Конкурентная борьба», «Стратегия и тактика конкурентной борьбы». Если кто не смотрел, хотя бы прочитайте книгу «Маркетинговые войны». Да, существует несколько стратегий. Есть лидер, есть преследователи, есть партизаны. Если вы обратите внимание, то в большинстве городов борьба за лидерство идет между двумя,
Так вот, я сейчас одну секундочку. Если вы обратите внимание, то борьба за лидерство идет между двумя, максимум тремя агентствами недвижимости. Вы можете просмотреть любой город. Ну, наверное, Москва исключение, хотя там тоже, ну, там просто есть много рынков внутри города. Но если возьмете типичный город, то, как правило, это две компании, в период роста к ним появляется третья компания. Да? Ну, это такое небольшое отступление. Если вдруг вы на предыдущих вебинарах не приходили, не смотрели, то вот нельзя заходить на позицию лидера, если вы лидером не являетесь. Да? Это очень опасно, вас просто раздавят как катком. Дальше второй момент. Нам нужно в презентации отстроиться от локального конкурента, да, потому что есть компании, которые могут на какой-то ограниченной территории, в каком-то ограниченном сегменте очень плотные позиции. Да. Есть лидирующая компания, но в каком-то районе, в каком-то регионе есть компания, которые все идут и которые клиенты, продавцы, покупатели туда обращаются. Да. Она не лезет на весь город. Это стратегия партизана. Мы конкурируем с частным маклером. Это может быть друг продавца квартиры, да? Это может быть его знакомый, это может быть компания, это может быть, ну, когда-то он обращался, когда-то он мог в агентстве работать. Дальше это компания-дискаунтер, которая ценой сбивает, да, и которая говорит: слушайте, оформление квартиры всего за 20 тысяч. И, наконец, сам клиент. Это вот, пожалуй, самый важный пункт, потому что зачастую борьба идет самая большая именно с ним, потому что лидер рынка редко когда контролирует более 10%, а зачастую сами клиенты совершают до половины сделок. Но это небольшое отступление, то есть на эту тему я проводил и вебинар, есть мастер-класс, и вот в каждом тренинге у нас есть одно обязательное занятие, которое посвящено стратегии и тактике конкурентной борьбы. То есть если мы не находим нишу, не находим себе специализацию, то, к сожалению, мы в 90% случаев проиграем. Вот Светлана спрашивает, почему катком? Ну, просто представьте себе, что вы сейчас захотите купить, ну вот самый такой типичный пример борьбы с лидером, это рынок лезвий для бритья и товаров для бритья. Есть компания «Жилет». Где-то в отдельных магазинах иногда встречается, но если вы захотите найти, вы не везде купите. Это компания «Шик». То назовите мне четвертую и пятую компанию, и станет все понятно, да? То есть нельзя выходить на позицию лидирующей компании, бороться с лидером на его территории. Принцип: партизан не выходит против действующей армии в поле воевать, а армия не лезет в леса, не лезет в болото, чтобы пытаться вот поймать одного партизана, да? Они находят вот разные стратегии просто. Опять небольшое отступление, что ушли немножко в сторону, потому что вопрос задали, да. И вот в частности в нашей мастер-группе я сразу сброшу вот сейчас ссылку, потому что нам еще много разбирать, но вдруг кто-то уйдет. У нас будет просто интересно, вы почитаете, познакомитесь, достаточно интересное есть предложение. Это мастер-группа с групповой обратной связью, которая начинает работать 9 апреля. Сейчас идет запись в предварительный список, и я подробнее расскажу о том, мы сделали интересное предложение, когда вы сможете подключить CRM, и фактически для многих участников это пойдет две по цене одного, да, то есть вы подключаете CRM и принимаете участие совершенно бесплатно. Чуть-чуть позже об этом, ну вот если кто-то вдруг убегает, я понимаю, что у кого-то мало времени, и вот кто-то бежит, но вот как раз вам. Коллеги, вы посмотрели фрагмент вебинара о создании эффективной презентации. Кому интересна эта тема? Кто еще хочет создать эффективную презентацию? Если эта тема вас заинтересовала, то приглашаю вас в мастер-группу с групповой персональной обратной связью, которая называется «Эффективная презентация продажи риэлторской услуги от А до Я». Итак, что мы будем делать? Первое. Определим конкурентов и разработаем стратегию конкурентной борьбы. Второе. Подготовим эффективное предложение для ваших клиентов. Далее отработаем возможные возражения, которые появятся у клиентов. Подготовим несколько тарифов, организуем групповую продажу во время семинара и будем использовать серию касаний, потому что не все клиенты соглашаются с нами сотрудничать и, скорее всего, нам нужно будет с ними продолжить какое-то общение. В чем особенность этой мастер-группы? Мы работаем на результат. Кроме этого, всем участникам группы будет сделано специальное предложение. Мы подключаем ReCRM, один из лучших инструментов для риэлтора. Условия есть на нашем сайте. Перейдите, почитайте, вы сможете принять участие в мастер-группе совершенно бесплатно. Если вас устроит работа ReCRM, вы подключаетесь, тестовый период и проходите занятия в мастер-группе.
Эффективная презентация и продажа риэлторской услуги – это мастер-группа от 5 до 8 занятий в зависимости от выбранного вашего тарифа. Далее, есть кроме видео, кроме занятий, есть дополнительные материалы для работы. Там есть шаблоны, чек-листы, образцы объявлений, скрипты, речевые модули, сценарии, тексты писем и обратная связь. Для того, чтобы принять участие, перейдите по ссылке, выберите тариф, познакомьтесь со специальным предложением и зарегистрируйтесь в мастер-группе. До встречи! В мастер-группе.